Всем доброе утро! Сегодня решила приготовить блины, а на обед варю суп с фрикадельками. Уже картошку мне сварила, закинула фрикадельки, сейчас тоже немножко покипят, и зажарочку. Сегодня встала в 8 утра, должны были отключить холодную воду, понабирала воду везде, в банке, в кастрюле. Ой, взяли и не отключили, то есть зря только набирала. Такие вот получаются у меня блинчики зажаристые. Будем чаек пить. Здесь тоже, девочки, у меня вода. Я же говорю, сегодня встала по 8, воду холодную везде понабирала. Вот. А ее все равно не отключили. У нас такое бывает. Так, сейчас, наверное, эту конфорку освобожу, зажарку на ней сделаю. Вот такой вот, девочки, получился у меня супчик. Легенький. С лапшичкой, с картошечкой, с фрикадельками. Приправила все зелененьким, с лучком свеженьким. Такой вот получился у нас обед. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Вот столько получилось у нас блинов. Последний, самый маленький. Это уже дети потаскали, поели. Столько вышло. Все, на сегодня еды я наготовила, и супчик, и блины. Всем привет! Приехали на автомойку, на самообслуживание. Первый раз приехали, сейчас помою машинку свою. На, все штаны у тебя! Да, какая машина. Дима, отходи, отходи. А то будешь штаны все в пене. Все, нажимай. Дима, не трогай. Давай. Такой шум здесь, да? Народу столько, очередины везде. Я тоже хочу помыть. Я тоже хочу помыть. Садись так подальше. Он давление сильно, папа говорит, еле удерживает. Пистолет этот сильно бьет. Классно, да? Там воздух надо будет. А? Воском надо будет. А зачем воском? Не, не надо. Воском это зимой. Не, надо. Да, я попробую. Может не хватить. 30 секунд осталось. А, вон я поняла, ага, время там. 50 можно отдать, и все. Чем больше денег, тем больше времени. Ты думаешь? А сколько, интересно, тогда 100 рублей стоит? Ну, 5. Видишь, сверху как крутится 5, крутилка. Давай, деньги иди доставай еще.
Вода, время у тебя кончилось, надо заполнять. Ну да возьми 100 рублей. Вот Димка пошел. Да я тоже стрельну. А сколько времени? Не знаю. 5 секунд, давай. Пойдет он скоро. Все, выехали с автомойки, припарковали рядом. Теперь, о, как хорошо! Блин, это ж пена идет, да? Нет. Или вода? Пена. Ну, он смывает воду, но на машине-то пена. Короче, он смывает ветром на нас это все. В общем, сюда выгоняют машины. Здесь вот развешивают коврики. И натирают все стекла. В общем, протирает машины свои. Но ветер сюда капец. Все к нам идет. Первый раз мы на этой мойке. А можно было туда куда-нибудь подальше отъехать, да? Вань. Ну просто, чтобы прет сюда все. Ну, ветер сюда. Коврики наши промыли. Ваня сегодня в гараже был утром, внутри в салоне помыл, а снаружи вот приехали в город на автомойку самообслуживания. 150 рублей. Помыли. Классно? Будем теперь сюда ездить, да? Ничего не дали. Ну я потом в следующий раз поедем, я с тобой тебе помогу держать пистолет с водой. Да? Сейчас машинка немножко обсохнет, можно будет ехать. 150 давайте все. Да даже мне кажется, вода. И за 100 можно успеть, да, Вань? Нет, за 100. Мне кажется, и за 100 можно уложиться рублей. Нет, за 100, да. Если просто сполоснуть без пены, например. Так просто от пыли, допустим, если грязи нет, от пыли. Так что вот так мы сегодня съездили в город. Сегодня такая теплынь на улице. Сегодня у нас воскресенье, все дома. Я тоже дома с ночи.
классно. Жарко даже, не то что тепло. Это все намывает. Самообслуживание, хорошая автомойка. Сейчас Ваня попротирает стекла. И будем выезжать отсюда.